Хакасская кухня – визитная карточка региона. Гастрономия республики действительно уникальная. Ее национальные блюда входят в список товаров со знаком качества «Сделано в Хакасии» и реализуются по всей стране. Талган же – один из самых известных местных продуктов. Он состоит из муки крупного помола и жареного ячменя или пшеницы. Сами хакасы называют талган «золотым блюдом», поскольку оно сытное, полезное, не раз спасало кочевников в дальних походах. Каждый год он имеет новое значение какое-то, благодаря именно этому празднику, потому что каждый год новое блюдо, каждый год какие-то новые рецепты. Вот уже встал лучших товаров России наш талган. Каждый гость, который уезжает, увозит с собой вот эти пакеты с талгановой мукой. И более того, мы своим гостям и друзьям в Москву, в Санкт-Петербург постоянно отправляем. Праздник Алтынас, дословно «золотое зернышко», ода талгану. Более 10 лет он проходит в Национальном музее-заповеднике Казановка в Аскисском районе. И за это время получил региональный масштаб. Тысячи гостей со всей республики. И если ранее любой желающий мог занять место на площадке и посоревноваться в изысканности приготовления талгана, сейчас блюдо готовят только профессиональные повара. Мы каждый год приезжаем. Я здесь первый раз была в 2016 году, то есть почти там самых первых праздников я была здесь. Мне очень нравится праздник, очень нравится блюдо из талгана. Ну, как бы здесь необычно, там котлеты из талгана встречаются, квас из талгана. Выступление наших актеров понравилось очень. Горловое пение – это однозначно. Очень красиво представление. Национальные костюмы хакасские – великолепно. Привезли свои кокошники, рукоделия такие – очень красивые. Вы посмотрите, какие у нас мастера. Великолепные просто. Алтынас теперь это не только про талган. На площадке можно поучаствовать во всевозможных мастер-классах. На базе Казановки проходит конкурс красоты «Краса Паго». Впервые за все время существования праздника на сцене театрализованное представление. В этом году Алтынас получил собственный логотип. Это кусочек желтого солярного круга, символ вселенной на гербе Хакасии, и колос пшеницы. Конкурс на создание логотипа в июне этого года объявило Министерство культуры республики. Владислав Константинов, Юрий Челтыгмашев, Дмитрий Парахин, РТС.